Чё, крокозябры? Проснулись. Проснулись все, и носочка проснулась. Солнцу за гору, скажи. И мы все встаем. Встаем, чтобы кушать. Кушать мы идем. Мы вам сариков принесли. Жужа скажет, да ну нафиг, что это за фигня? Мишенька, пришел вам шариков понадувать для настроения. Ой, мои сладкие. Еще они просыпаются. А это, глянь, звезда. Боня, блин. Ну ты Боня, глянь. Лежу на пляжу. Боня. Бонь. Бонечка. Я пальцы растоплю, а еще снежинка. Угу. Я в постели звезда. Руки-ноги раскину и сплю. А пальцы растопырю, так вообще снежинка. Илюха, иди сюда скорей. Ну, Илюн. Я что, Мишу зря заставила шарики вам надувать? Скажи, вы что, обалдели? Идите отсюда. Иди сюда, говорит, идите отсюда. Вечером приходите. Глянь, Жужа, ушла вон она под этим, под диваном выглядывает. Скажи, вы что, скажи, чумачечи? Опачки. Я не понял. Илюха. Ля, схуднул Илюнтий. Скажи, мама на диете держала. Опа-опа, глянь, он между Жориком и носом задом сдает. Э, Боня спит, а? Бонь! Бонька! А ну дай, сейчас я. Сейчас я зайду. Злая Зенсина. 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 Вот это вы спите. Только что не храпите. А? Ой, ништяк, тут на лестнице можно сидеть. Ой, ой. У вас все хорошо, женщина? Вы уснули на солнце и обгорели. Боня! Ля, капец, зай! Скажи ей! Боня! Эй! Бонь! Я кто дома? Бонь? Боня, господи! Ты че? Чтобы ты так не дышала, я подумала, что ты мертвая. Ой, ай, неудобно. Ты, блин, Боня! Жорик, скажи, дай сюда. Ай, сидеть тут неудобно. Дала тут тебе. Чего вы там все наверху? Тут потому что у вас хорошо, прохладно. Дюга, у нас там внизу жарко. Привет. Жорик, привет. Привет. Вечером пузырики мама купила вам. По 92 рубля пузыри. Я не могу с нее. Глянь, зараза. Боня! Боня! Вот можно так спать разве, а? Бонь! Пузя моя, пузя. Глянь, как каменная лежит. Бонька! Она прям проваленная в сон. Тебя бы уже шакалы бы в лесу съели бы, если бы ты так спала бы. Доедали бы, а ты бы не проснулась. Так, Бонни, сейчас все подумают, если я видео так прерву, подумают, что ты реально мертвая лежишь. Не, усами шевелит. Девочка моя. Скажи, мать, отвали от меня. О, здорово. Глазки открыла. Привет, кошечка. Кошечка моя. Ну все. Мама и все подписчики будут довольны, сотызывая. Не моя девочка, дико холосо. Сейчас солнце сядет, мы будем песочек возить, бассейн доделывать. Дё, мой котеночек, для вас. Моя любимочка, муа, носика моя, ненаглядная, Жора моя. Жора моя из Бужора. Мои солнышки. Всем привет, козы. Большой жаркий привет. Вот. Большой жаркий привет. Шелковицы надо потрусить детям. Ай. Опа. Опачки. Бонь, возьмите, пожалуйста. Ам-ам-ням-ням. Открой рот, скажи. Ам. Че так мало, говорит? Опа, смотри. Она сразу проснулась. На. Еще одну тебе в ротик салковочку. Ой, самую вкусную. Сейчас мы еще потрусим. Так. Ай, Бонечка, возьмите шелковочку вкусную. Да, для тебя. Все для тебя. Рассветы и туманы. Так, сейчас подергаем веточку. Ай, блин, не трусится. Ай, не достану я. Короче, сейчас.
А? Стань на лестницу, труханил тут шелковочки. А, не надо, ее на полу вон, как грязи этой шелковочки. Ну просто Бонечка просит срочно в ротик свеженькую положить. Ой-ой-ой, проснулась царевночка наша. Царевночка наша проснулась. Пожрать, говорит, есть что? Вкусненько, да? Моя любимая кошечка, Бонечка. Вот укусить обязательно, да? А что ты, скажи, разбудила меня? Конечно, скажи, я тебя теперь укусить хочу. Ты тоже за солковочкой пришел? Мои солнце, мои маненькие, мои хаёсенькие. Тебе сегодня гости яичек привезли. Сегодня приехали к нам гости одни. Он говорит, можно к вам? Я говорю, ну мы же договаривались, конечно, можно. Он говорит, нет, мы не договаривались. Думаю, нифига себе, я, говорит, ваш телефон не нашел, зато на Бужоре нас нашли. Вот, мальчик пока тут в санатории был, а не со Славянской на Кубани. Я, говорит, 5 раз мне сказал, что он нас и все видео пересмотрел. Передаем ему еще раз привет, забыла, правда, как его зовут. Вот, большой привет, он у нас был с бабушкой, дедушкой, папой. А что ты вредина? Вот, а потом еще мама с девочкой приезжали к нам тоже в гости. Они тут отдыхают, скажи. Так что пока лето, скажи, многие в Анапе отдыхают, приезжайте к нам на Бужор. Да. Ай, 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 Бонь, ай, ай. Ай, вот там курочки с утями ходят. Горы, лес, скажи. Горы, лес. Мои шалнушки, шалнушки мои, Бонюшки. Злюшки, Бонюшки. Ой, ой. Да мои котябрики. Ну, что ты кусаешься? Ты бессовестная, носик тебе потерву сейчас вот этот твой носик. Мой любименький носик. Моя кошка Бонька. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да ладно тебе, заботушка. Заботушка, Бонечка, заботушка. Моя маленькая. Все, кайфуйте. Сейчас уже будет прохладно вечерком. Илюха, носик, чего ты мостишься? Жарко же, когда плотно лежите. Меха слишком плотные. Илюнтий, Илюнтий, вот эта полка, да? Кайфово придумали. Нос. Помолиться надо, помолиться за мир во всем мире, скажи. Чтобы подписчики были лояльны. Не только, скажи, мы с админом. Ай, Бонь, укусила. Не только... На нас пеняли, что к подписчикам надо быть добрее. Пожалуйста, скажи, думайте, что пишете, да? Думайте, что пишете, потому что вы видите процентов, наверное, 15 нашей жизни. И все это веселые кадры. А на самом деле, вот сейчас я постояла, возьму совок и пойду он внизу говно убирать, вот то он. И это только здесь. А еще есть много везде какашек, собачки. Вот представьте, у нас 100 животных, и каждый в день из них откладывает 2 кучки. Да, да, скажи. Ай, и за что это ты меня так? Че, по носу шалбан сейчас дам. Бессовестная Боня. Фига себе, если бы попала бы. За что ты меня так? Вот всегда, даже как бы там вот не ласкались, они надо на чеку быть. Вот такие, как эта Боня, могут укусить. Укусить, отомстить за то, что мать их будила. Да, будила мама. А я, скажи, теперь разнервничалась. Мой. Нос мой любимый. Фу, фу, весь в песке. Да.